Приветствуем, друзья! Доброе утро, дорогие телезрители! Не устаем восхищаться нашим любимым Первоуральском. Я люблю вас, улочки, улочки мои. В нашем городе несколько сотен улиц, переулков, проездов, проспектов и бульваров. Да, и все они уникальны, и все имеют свою тайную историю. В следующем сюжете мы познакомимся с вами с одной из интереснейших улиц нашего города. 25 лет назад Юрий Андреевич Дунаев, самый главный краевед нашего города, написал книгу «Первоуральск. Вчера и сегодня». И один из разделов был «Улицы Первоуральска». Интерес к этой теме он не угас и сегодня. Улиц в нашем городе на сегодня более 200. Улицы, переулки, бульвары. Сегодня мы находимся на самой маленькой, на самой короткой улице нашего города, а точнее у переулка Губко. Еще буквально 5 лет назад этот переулок невозможно было найти на картах Первоуральска, ведь появился он здесь недавно, в 2018 году. Переулок Ивана Губко совсем небольшой и включает в себя всего 2 дома. Ранее эти дома под номером 1 и 2 являлись продолжением улицы Свердлова. Возвели эти постройки еще в 1935 году. Это были первые благоустроенные дома в поселке. Жили здесь в большинстве своем руководители Диносового завода. В общей сложности вот в этом доме, в так называемом коттедже, прожило здесь аж 6 директоров разных. Допустим, этот дом директор занимал половина дома полностью, первый и второй этаж. И здесь тоже первый и второй этаж занимал один хозяин. Такая же история была и в этом доме. Причина выделения 2 коттеджей в отдельный переулок очень проста. Дело в том, что на улице Свердлова всегда были еще 2 дома под номером 1 и 2. Из-за этого часто возникала путаница. 5 лет назад администрация Первоуральска предложила жителям сменить адрес. Посовещавшись, они решили расположить свои дома в переулке Ивана Губко. Иван Тимофеевич Губко когда-то и сам жил в одном из этих домов. Он руководил Диносовым заводом в течение 25 лет. При нем построили мост через Чусовую для проезда в Первоуральск. Началось строительство многоэтажных домов, профилактория, были заасфальтированы центральные улицы микрорайона, закончено строительство Дворца культуры. Жители переулка Ивана Губко любят и ценят свои дома. Многие живут здесь целыми поколениями. Вокруг растут яблони, рябины, березы. Летом кругом цветочные клумбы. Мне здесь нравится жить, потому что дом теплый, красивый. Выходишь, и у тебя есть свой двор. Есть у меня дерево кедр. Его посадили бабушка и дедушка. Ему сейчас 36 лет. Местные жители признаются, попав сюда однажды, обязательно захочется вернуться вновь.